к городу Запорожье. Количество предложений в октябре месяце достигло 3750 объектов жилой. И это первичный и вторичный рынок, это предложение, друзья, что показало также незначительную динамику роста, плюс 13,6%. Переходим к показателям стоимостным. Это социальное жилье, вторичный рынок. Средняя стоимость по городу $498 за квадратный метр. И отрицательная динамика снижения за месяц аж 1,19%. То есть мы видим, друзья, что социальное жилье на вторичном рынке, в общем-то, дешевеет и дешевеет достаточно сильно в городе Запорожье. Вторичный рынок эконом-комфорт бизнес-класс. Средняя стоимость квадратного метра $639. Это на дату 30 октября 2022 года. И также отрицательная динамика минус 0,31%. Ну и переходим к первичному рынку. Квартиры эконом-класс. $424 за квадратный метр, продается в гривне, я перевел это все в доллары. И отрицательная динамика снижения минус 0,47%. Ну и первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс, видим, отличается от эконом-класса. Стоимость уже $679 за квадратный метр, это средняя по городу, что показало снижение минус 0,29%. Итак,